И последний вопрос насчет того, что якобы азербайджанские вооруженные силы нанесли ракетный удар по церкви, которая построена в Шуше. С 90-х годов, как пошел конфликт с Арменией, ни один армянский храм в Азербайджане не уничтожен. Они отремонтированы, они стоят чистенькие. Более того, их даже восстановили, те, которые разрушались. А что происходит с мечетями? Что происходит с православными храмами в Карабахе? Их просто либо переделывают, если это храм на армянский, или сносят его. А если это мечеть, ее оскверняют, держат там свиней, коров, непонятно что. Причем древние мечети, которым уже по 10 веков, по 11 веков. Как же так? Если мы против христиан, Азербайджан против христиан, почему же армянские храмы до сих пор и в Баку, и в Генже стоят, и в других городах нетронутыми? А так, как же армяне-христиане разрушают наши же православные христианские храмы? В конце концов, Азербайджан, когда возьмет свои земли, он восстановит все это. Мы уже знаем этому. Был пример этому, когда мы освободили село. Сейчас оно отстроено, там 150 домов восстановлено. Там все полностью, да, все полностью за счет государства восстановлено. Там живут люди. Так будет и с Шушой. Если что-то будет разрушено, я уверен, наше государство эти объекты не даст порушить, даже если они армянского направления.